Томаты, которые не болеют, вывели в НИИ сельского хозяйства. Наши ученые представили образцы новых сортов и гибридов. Говорить о сенсации пока рано, но в Минсельхозе это называют большим шагом вперед. Подробности у Аллы Горбатенко. Сажать томаты или не сажать? Огородники, как и Гамлет, все чаще задаются этим вопросом. В последние годы помидорные грядки в нашем регионе поражает вирус, от которого нет спасения. Обработки химией не дают стопроцентной гарантии. Зараженные плоды становятся бугристыми и жесткими. Такие даже в руки неприятно брать. Вот он, помидор, пораженный вирусом томатной мозаики. В чем ее опасность? Она переносится, оказывается, не только насекомыми, но и руками человека. Эффективных способов борьбы с этим вирусом ученые пока не нашли. Параллельно над этой проблемой работают и селекционеры. За 6 лет тысячи вариантов скрещивания самых разных гибридов, которые были бы устойчивы к вирусу. Одним из удачных оказался опыт, где ставку сделали на густую опушенность куста. Даже название уже есть для гибрида – «Седой граф». Мелкие волоски на бархатной листве создают барьер для передвижения тли, которая переносит заразу. Так многие растения защищают себя в природе. Стояла задача, чтобы меньше применять химических средств защиты. Эти семена можно будет в этом году уже приобрести и высадить на своем приусадебном участке томаты с густым опушением, которые в меньшей степени будут поражаться тлей и, следовательно, меньше будут вирусных заболеваний. Нет пораженных листьев, все здоровые, устойчивые и вяжут до верха. Вот а это смотрите, уже другая опытная теплица. Здесь целый ряд гибридов, которые пока и названия не имеют, зато подают большие надежды. В отличие от соседних кустов, никаких намеков на болезни. И урожай, судя по всему, будет отличный. Они завязали по 5-6 кистей. В кисти 5-6 плодов выровнены, имеют до 200 грамм, что это немаловажно, что они выровнены именно в кисти. Это 200 грамм в кисти, общий нет, вес? Плод, каждая плода 150 грамм 200. А это абсолютно новое направление в приднестровской селекции. Томаты в полоску, словно арбуз, удлиненной формы, чтобы в банку было удобно закатывать, помидоры-альбиносы или вот эти, фиолетовые с красным и желтым бочком, больше похожие на баклажаны. Плоды с такой окраской очень полезны для здоровья. Антиоксиданты, то есть защищают от раковых клеток организм. Во-вторых, полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, антоцианы полезны, а в-третьих, препятствует старческому слабоумию. Вот то есть можно сказать, что прямо на ветках здесь лекарство висит. Да, можно так сказать, что... Сегодня селекционеры представили более 40 новых сортов и гибридов. Какие из них будут востребованы, должны сказать уже практики. Прежде чем начнется массовое производство, семена пройдут испытания на полях крупных хозяйств. Алла Горбатенко и Александр Зелинский, ТСВ.